В Литве стартует отопительный сезон, которого и политики, и общество ждали со страхом еще с начала лета. Война в Украине перетряхнула всю европейскую энергетику, а чем все это закончится, кажется, не знает никто. Время теории прошло, начинается практика. Какими именно будут счета, узнаем совсем скоро. За октябрь они должны быть в два раза выше, чем в прошлом году. Правительство завершает верстку бюджета, а на компенсации, как для бизнеса, так и для населения, предусмотрены миллиарды евро. Это загонит Литву в дополнительные долги, но, к счастью, они сами по себе на фоне других европейских стран достаточно скромные. В любом случае, подсчитали экономисты, одолжить 3 миллиарда евро на 10 лет съест дополнительный миллиард. Отдавать придется уже 4. Отопление волнами включают уже практически по всей территории Литвы. Первыми начали небольшие города. Вильнюс и Каунас присоединятся в понедельник, 17 октября. Из больших городов не определился только Вильнюс. Столица топить будет мазутом и успокаивает горожан. Рост не будет драматичным. Дешевле всего топить дровами, которые тоже значительно подорожали. На втором месте обещает оказаться центральное отопление. Оно окажется чуть ли не в два раза дешевле, чем те, у кого отопление газовое. И совсем не повезло тем, у кого отопление на электричестве. За компенсациями растянулась такая очередь, что в пятницу система вовсе вышла из строя. Теперь Министерство социальной защиты и труда просит жителей подавать документы на компенсацию и по выходным дням. Это должно снизить нагрузку. Только в Вильнюсе ежедневно поступает по 1000 прошений о компенсациях. Амортизировать ситуацию пытаются и в ЕС. Рычаги пока непонятны, но опять говорится про совместные закупки и справедливое распределение. Опыт у ЕС в таком поведении уже есть. Проверку страны прошли во время пандемии коронавируса. Тогда поначалу был хаос, а страны друг у друга вырывали защитные маски и костюмы для врачей. Но за пару месяцев все устаканилось и пошло централизованно. А в парламенте дорогу пробивает бюджет на следующий год. Его дефицит составит почти 5% от ВВП, и это вызывает сегодня самое большое опасение. Бюджет 2023 года составит: доходы – 15 миллиардов 600 миллионов евро, расходы – 18 миллиардов 600 миллионов евро. 1,5 миллиарда евро потратят на повышение зарплат, пенсий и социальных выплат. Кроме этого, 2,5 миллиарда евро на помощь бизнесу по уплате подросшей энергетики. Оппозиция недовольна. По словам экс-премьера Саулиса Сквернялиса, у правительства нет плана, как будет управляться долг. Кроме того, нет гарантий, что доходов будет действительно столько, сколько заявлено. Оппозиция ругает правящих из-за чрезмерно оптимистические прогнозы. В Минфине продолжают верить, что в следующем году экономика подрастет на почти 1,5%. Центробанк обещает рост чуть ниже процента. Тем временем в парламент всю неделю не прекращали ходить делегации представителей самых разных профессий. После митингов на прошлой неделе сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса продолжают давить на власти. Если, как и запланировано, с нового года будет отменен льготный НДС в 9%, то бары и рестораны разорятся. Не останется почти ничего. В опасности 99% сектора общественного питания. Это малый, семейный, региональный бизнес. Если в условиях кризиса НДС для них будет увеличен вдвое, значительная часть честных предприятий уйдет из бизнеса, а нечестные уйдут в тень, говорит сторонник продления льготы консерватор Миколас Маяускас. Теперь эту льготу раздумывают продлить еще хотя бы на полгода, до середины следующего лета. Тогда, дескать, отопительный сезон будет позади, и бизнес сам должен найти возможности остаться на плаву. Еще одно предложение – полная отмена НДС на основные продукты питания. Предлагается ввести и ставку в 5% на бытовую технику, ремонт велосипедов, обувь, одежду и другие предметы. За рестораторами потянулись и звезды шоу-бизнеса. У них тоже льготная ставка, и она прекратит действовать с нового года. Культура – это второе оружие после огнестрельного. Что делают украинцы? Они еще больше финансируют культуру, чтобы использовать ее в качестве информационного оружия, давили на политиков исполнители. Конечно же, удовлетворить все желания всех интересантов не представляется возможным. Кто-то останется обиженным.
И на фоне всего этого продолжается, кажется, неконтролируемый рост цен на продукты питания. И мы все хорошо помним, что остановиться он должен был еще прошлой зимой, до войны. Потом замедление перенесли на позднюю весну, потом на начало и середину лета. И так до бесконечности. Кажется, в прогнозы экономистов можно уже больше не верить, иначе все это становится каким-то несмешным анекдотом. На этой неделе объявили о новых рекордах инфляции. В сентябре годовая уже подскочила до 24%. Цены только на продукты повысились на треть. Экономист Александр Изгородин говорит, что столь высокая инфляция обусловлена двумя основными факторами – ценами на энергоносители и продукты питания. Последнее является результатом повышения стоимости энергии, поэтому компании так сильно повышают цены на товары и продукты питания. Экономист Светбанк Нериус Мачулис традиционно успокаивает и в очередной раз говорит, что признаки замедления роста цен буквально не за горами. Мол, надо еще чуть-чуть потерпеть. В Литву прибыли очередные немецкие подразделения, а за учениями наблюдал и президент Гитанас Науседа. Германия – лидер передового батальона, очень четко берет на себя как политическую, так и военную ответственность. Как и принято у немцев, они делают это очень методично и точно. Я уверен, что и Литва будет делать все методично и точно, чтобы все наши обязательства, как принимающие страны, были выполнены вовремя. А у нас была бы такая безопасность, которая необходима для создания и увеличения нашего процветания, сказал глава страны. Правда, обещанного базирования в ближайшие годы, кажется, не будет. Союзники продолжат наездами приезжать в Литву на постоянные учения, но закрепиться пока не обещают. Возможно, из-за неготовности, в том числе и самой Литвы. Должной инфраструктуры пока не построено. Президент также предлагает существенно повысить расходы на оборону и довести общий бюджет до 3% от ВВП. Деньги при этом одолжить. Министерство иностранных дел Литвы в понедельник осудило атаку России на инфраструктуру в украинских городах и заявило, что такие нападения свидетельствуют об отчаянии. Нападения российских сил на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права и защиты гражданского населения в конфликте. Выбор России тактики террора показывает отчаяние режима, говорится в заявлении министерства. Для украинских беженцев обустраивают 10 школ на 3000 мест. В Литве с конца лета готовились к новой волне украинских беженцев, и вот пришло время. В школы завозят кровати, матрасы, подушки и одеяла. Ведутся переговоры с продовольственным банком, Caritas и другими благотворительными организациями, чтобы устроить и накормить 3000 человек. Такое количество мест может заполниться в ближайший месяц. Тем временем в Министерстве науки и образования на неделе объявили, что школы и детсады смогут принять еще порядка 26 тысяч украинских детей. Советник президента по экономическим и социальным вопросам Ирена Сигаловиченя предложила ввести карточки для многодетных семей. В качестве более целевой альтернативы, например, снижению НДС на продукты питания, можно было бы каждому ребенку в семье, которой назначена или будет назначена в будущем семейная карта, определенную сумму денег ежемесячно на питание. Это было бы не так дорого, было бы целенаправленно и помогло бы семьям, считает она. Столичные власти отказались от идеи поставить рождественскую елку за 250 000 евро. Ремигиус Шимащус признал, что в условиях кризиса нужно вести себя скромнее. Напомним, елка должна была обойтись в почти 250 000 евро. По данным компании по исследованию рынка Euromonitor International, за один год с 2020 по 2021 в Литве прибавилось 35 мультимиллионеров, и общее их число перевалило за 500 000 человек. Однако даже мультимиллионерам в этом году зарабатывать стало труднее, фиксируют аналитики. Их богатство еще увеличивается, но не так стремительно, как в прошлом году.